Среда – это маленькая пятница, а значит, пришло время планировать свой отдых. Всем привет, меня зовут Евгения Константинова. Давайте узнаем, куда пойдем и что сможем посетить прямо из дома в эти выходные. QR-коды ворвались в нашу жизнь. Если он у вас есть или имеется свеженький ПЦР-тест, то вы можете отправиться на фестиваль EFES 2021, который состоится в эти выходные. На протяжении 2 дней будут выступать диджеи из Нью-Йорка, Амстердама, Москвы и не только. В общем, будет много музыки и много света. Более подробную информацию вы найдете на сайте, ну а мы добавим, что посетить фестиваль можно и по Пушкинской карте. Остаетесь на выходные в городе, посетите наши музеи. К примеру, музей древнерусского искусства подготовил квест-игру «Раз, два, три, четыре, пять, и я иду искать». Записывайтесь по телефону 620050 и вперед на поиски. Прикоснитесь к прекрасному, не выходя из дома. Эрмитаж открывает свои двери для виртуального посещения, ну а ссылку вы обязательно найдете в наших социальных сетях. Заходите в наши социальные сети, и вы найдете там все ссылки на мероприятия из нашей рубрики. У меня на этом все. С вами была Евгения Константинова. Планируйте свои выходные и помните, отдых должен быть полезным и интересным.